Теперь настал черед зефирки, она уже бубен увидела, вот он говорит, знаем мы это, знаем, да-да-да, там тараканы в нем, вот они, это даже движение я уже показывала, знают, но я не стала сильно у нее тут вытирать, чтобы не смущать своими телодвижениями, гляньте, как она вот, в принципе, уже начинает хвостик набирать, ну, еще худовастенькая, ждет тень, ага, это там что-то бликнуло, значит, таракан, втыкает, втыкает, тень ищет, глянь, вот тебе без тени, гляди. Классный, бери. Говорит, возьму. А что ты, говорит, сомневалась во мне, что ли? Я уже видела, что ты там не метелимбасишь. Ну-ка, у меня еще. Давай. Да ту ноги. Ты ж целиком бери. Промахи, промахи. О, все, есть контакт. Ну да, вспышка всегда их немножко дезинформируют, они то блики, то тень начинают ловить. Ну ничего страшного, ну без вспышки просто не поснимаешь, нормально не покажешь. Продолжаем разговор. Бери, классный. Или ты на тень охотиться решила? Давай вот так, чтобы тени не было точно. Бери. Вкусно и полезно, давай, давай. Надо. Тебе тем более надо отъедаться, да, чтобы толще становился не только хвостик, ну и вся твоя конфигурация. Угу. Вот он, худышечка какая, с этой дистоцией, это капец. Причем я же еще и не знаю, вдруг еще будут кладки. То, что там у нее нарушение фолликулов из-за применения препаратов, то понятно. Ну вот вторая-то кладка вызрела, сами видели. Так что не гарантия, что не будет третьей. Буш. Я тебе покрупнявее выбрала. Угу. Это же, конечно, буш. Он такой, с длиной с ее голову, грубо говоря. Так что нормальный калибр. Вкусно. Тушка, жлотай давай сразу, что он там у тебя шевелится. Давай, давай. А то я сейчас еще принесу. Опять втыкает на блики. Там нет никого. Вот, смотри. Вот оно, вот. Скажи, ух, это вспышка. Столько дезориентации. Тоже классный, давай бери. Да, в длину с твою голову точно. Но это все нимфочки, это не имага, крылышек у них нету. Да, это еще предпоследние линьки, так сказать. Что, не заходит он тебе? Ты что, такой классный таракан? Ну, если я пущу, он обсыпется. Ну, давай бери так. Хороший, глянь какой. Давай пошевелим. Вот так пошевелим. Не может быть, что не влазит. Ну ладно, давай пустим. А так? Она, кстати, никогда не объестся. Я уже рассказывала. Тут другой вопрос, ее главное накормить. Я тут рада, что она вообще кушать начала. Вон он пошел, вон. О, глазки, глазки намывать собралась. А, еще и тех пропихивает. Ну так, а что ты их там накопила, солнце мое? Сейчас он к тебе придет. Ну, давай потом. Буш? Гляди. Что, нет? Убежал, и прям на хвост к тебе. Да ничего делает. Безобразие какое. Ну, а теперь тень будешь ловить, да? Очень логично. Так, ладно. Увидела. Вон он, да, вон там ушел. Вон аж куда. Ты видела, куда ушел? Вот догоняй теперь. Он прям под цвет местности получается, когда припудренный. Давай направление поменяем. Видела, что делает? Брейк-дэнс, лови танцора. Ну-ка, давай. О, есть контакт. Это что он такой, скажи, дразнится? Ух! Вкусный, полезный, да-да-да. Ну что, будешь еще? Гляди. Вот оно. Видно тебе, нет? Куда ты там втыкаешь, солнце мое? Ну, хотя бы еще одного давай. Да, давай, я вижу. Ну-ка, лянь, как делает. Лапками там, да. Он хочет, чтобы ты его съела, стопудово. Или тебе сверху неинтересно, надо ноги показывать. Промахнулась. Ну, скажи, что ж такое. Вот так вот. Все, попался. Давай, попытка, не пытка, еще одного. Да, я точно отстану от тебя. Потому что она сейчас, я уже рассказывала, кормится чаще. Через каждые 3 дня.
поэтому для нее это количество нормально. Просто не каждый раз снимаю, это уже отдельный вопрос. Будешь, да? Вот бери его, бери. Надо. Бери скорее, бери. Бери, я честно отстану, торжественно клянусь. Ну-ка, ну-ка. Ну, видишь, ты его нет? А ноги, глянь, какие вообще. Прелесть. Я, конечно, не пробовала, но такое впечатление, что вообще объедение. Так что давай кушай. Все, говорит, наелась. Ну, давай пустим его, давай, сейчас пущу. Ай, танцор диско, как ты любишь. Брейк-дэнс, ну. Сейчас же убежит, перевернется. Бери, пока не свалил, бери. А, ну да, теперь попробуй догони. Давай, давай, давай. Скорей, пока не ушел. Ну-ка, 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 ну-ка. Опа, есть контакт. Ура! Ну, в принципе, отлично покушала. У нее крупненькие таракашки были, так что хватит с нее. Да, сейчас протрем свинарник этот. И можно будет возвращать ей имущество и кормить остальных.